Всем привет, ребят, с вами Гамбит, мы возвращаемся в FIFA 20, в карьеру за Реал Сосьедад. У нас сегодня два очень интересных матча. Как вы можете заметить, у нас первый матч с лондонским Тоттенхэмом, играем мы у себя дома. И это, ребят, матч, по сути, за первое место. Да, у нас еще матч с Базелем, но самое главное, конечно, обыграть Тоттенхэм. Давайте перейдем к расписанию. Помимо Тоттенхэма у нас идет Сельта. Дальше, ребята, у нас мадридский Реал на Сантьяго Барнабеу. Сливочные будут принимать Реал Сосьедад. Ну и заключительный матч в этом выпуске. Завершающий на групповом этапе матч со швейцарским Базелем. Вот такие, ребята, матчи на сегодня ожидают. Надеюсь, подопечные Хави проявят себя, так сказать, по полной программе. Устраивайтесь, друзья, поудобней. Приятного просмотра. И мы начинаем. Поехали. Так, ребят, у нас первый матч с лондонским Тоттенхэмом. Играть мы будем, конечно, основным составом. Давайте, собственно, переходить. Ребят, стартовый состав на ваших экранах. У нас изменений никаких есть, только, собственно, нет. Одно изменение хочу себя, так сказать, исправить. Рули у нас играет сегодня в воротах, а так все как обычно. Райншерки немного подуставший, но, скорее всего, после первого тайма сразу же у нас выйдет Порту. Добро пожаловать на футбол, дорогие друзья. Лига чемпионов. Групповой этап. Лидеры группы Реал Сосьедад у себя дома принимает лондонский Тоттенхэм. Команда уже выходит из потрибунного помещения. Ойерсабаль капитан Реал Сосьедада и Вертонген капитан Тоттенхэма. У этих команд по 10 очков, но благодаря по дополнительным показателям Реал Сосьедад находится на первом месте. Состав лондонского Тоттенхэма на ваших экранах. Жозе Мауриньо, главный тренер. В воротах, я уже видел, играет Льярис, Вертонген, Санчес, Конан, Гомес, Домбеле, Лаймер, Бергвейн, Кларк, Сон и Кейн на острие атаки. Сон. Бергвейн на левом фланге, голландец, Бергвейн. Неплохая передача на Сона, там на дальней штанге. Пошел прострел и у нас 1-0. И это Кларк. Кларк подключается в атаку, у нас 1-0. Я не знаю, откуда он такая дыра в обороне Реал Сосьедада. На самом деле, большие вопросы. Ну тут просто, наверное, не повезло немножко. Мерино, передача на Боду, отлично протолкнул и удар в ближний угол, и мяч попадает с нижней стороны сетки. А так неплохо, Мерино продавил, и отличная была передача на Боду, немного не повезло. Карки. Передача на Педросу, Педроса сразу же отправляет Ойерсабаля, Ойерсабаль. Навес на дальнюю штангу и замыкать. И у нас 1-1. Никто не прикрывал Мелендо. Футболиста, который обладает не самыми высокими габаритами. 1-1. Нас штрафной. Кейн у мяча. Кларк уходит. Вместо него Сисиньон. Кейн. Удар какой. Неприятный был момент у ворот Реал Сосьедада. Бергвейн. Голландец с мячом. Бергвейн. Удар дальний. Рули вступает в игру по-настоящему в этом эпизоде. Вот здесь неплохо. Свеженький Порту. Ускоряется Порту. С ним Гомес. Порту хорошая скорость. Тут Александр Исак. Порту. Передача. Ойерсабаль. Развернулся. Удар на технику. Мяч попадает в штангу. Потрясающая была контратака испанской команды. Сон. Бергвейн, хорошо проходит Бергвейн, и удар в ближний угол, Рули вступает в игру. Неплохо, голландец так накрутил там оборону Реал Сосьедада. Ойерсабаль, передача на Порту пройдет. Ой, какая потрясающая передача, Порту, выход 1-1, Порту. Удар. Штанга, ребят, я притормозил, все, спокойно, хотел сейчас разыграть этот эпизод, но решил пропустить. Кен Вертонген, ух, как опасно, и, ребят, это перекладина. На подборе Тоттенхэм. Атака пошла вторым темпом. Кейн.
И все, друзья, 1-1. Я считаю, что Тоттенхэм отскочил. Да, у них в концовочке был неплохой момент, когда Вертонген пробивал. Ребята, у нас следующий матч в Ла Лиге. Реал Сосьедад дома будет принимать Сельту. Давайте взглянем на турнирную таблицу. И что мы видим? Мы видим следующее. Сосьедад на третьем месте. С Барса у них по 31 очку. Сельта находится на данный момент на 8 строчке. В этой игре фаворит понятен. Конечно, многие отдадут предпочтение именно подопечным Хави. Играть мы будем этот матч полурезервным составом, потому что у нас следующий матч уже с мадридским Реалом. Так, что насчет состава? Есть у нас изменения. Ремиро играет в воротах. Также в центре обороны у нас вышел Тодибо. Муниос играет слева. Ну и Порту сегодня у нас Цапник. Мерино. Мерино. Передача на Меленду. Меленду сразу же дает передачу на Боду. Удар в одно касание. Отличный розыгрыш. И Боду открывает счет уже на 5-й минуте. Довольно-таки спокойно разыграли эту комбинацию подопечные Хави. И Боду снова забивает очередной гол голландца. Давайте посмотрим. Мерино на Меленду. И Меленду уже знал, что Боду сейчас будет забегать в этот коридор. И передачка была великолепная. И можно сделать заброс на Буаду, но нет, в этом эпизоде повезло. Защитник сыграл хорошо на подборе. Смолов. Аспас. Ой, как хорошо разыграли, и Аспас пробил неплохо. Ремиро выручает. А капитан пробил отлично. Отлично даже, сказал бы. У нас угловой. Бабон решил разыграть с Ацу. Ацу. Пробрасывает мяч Ацу. Бабон. И, ребят, пенальти. Пенальти, что я хочу сказать. Отбор-то мы сделали вроде бы нормальный, но Пабон врезался в Айерсабали. В итоге у нас 11-метровый. Ремиро мяча. Ремиро! Достает Ремиро! Отлично! Великолепен этот парень. Аспас снова не забивает. А, ну, кстати, он бы в штангу, скорее всего, попал. Возможно, он даже в нее и попал. Вперед на правый фланг. Подключение защитника. Сельта атакует. 32-я минута матча. Пошел прострел. Тодибо, спокойно сыграть нужно. В итоге Тодибо мог совершить фатальную ошибку. Абон. Наверх штрафную пошел. Нужно выбить мяч. Кто первый на мяче? Первый на мяче. Федор Смолов. Привет из России. 1-1. Небольшая такая, знаете, возня, катавасия, в результате которой форвард сборной России был самый расторопный в этом эпизоде. И у нас 1-1. Порту. Можно начинать свою контратаку. Порту. Вот здесь можно отдать отличную передачу. Буаду. Выход 1-1. Буаду. Удар. И уже в дебюте второго тайма Буаду делает счет 2-1. Ну, слушайте, ну как же я обожаю, когда этот парень забегает. Какая же у него чуйка на те моменты. И Порту дает голевую передачу. Буаду 2-1. Что-то было похожее в тайме первом. Аспас. Отлично прочитали мы этот эпизод. И пошла контратака. Порту. Вот здесь отлично. У Айерсабаль открывается. Капитан. Выход 1-1. У Айерсабаль. 3-1. Пошли большими силами футболисты Сельты в атаку. В итоге пропускают очередную контратаку. 3-1. Смолов, хорошая передача. Пабон, здесь может быть опасно. Смолов. Смолов, еще передача на Пабона. И небольшой рикошет. Угловой ворот Реал Сосьедада. Это, кстати, хороший шанс, чтобы сделать счет 3-2. Бараначе. Свеженький Бараначе. Передача на Порту. Порту сразу же на Айерсабаля. Капитан. Капитан с мячом. Там на дальней штанге. Я вижу. Александр Исак забивает. 4-1. Очень важно, чтобы Исак использовал свои моменты. Потому что Хави дает ему играть. Игрового времени у него предостаточно. Почти каждый матч на 30 минут он выходит и... Ну, не везет, не везет парню. Тем более с Боду в данный момент бороться очень тяжело. Боду просто не остановить. Так, друзья, ну что, мы сразу же перемещаемся на Сантьяго Бернабео, где мадридский Реал будет принимать Реал Сосьедад. И это, друзья, на мой взгляд, центральный матч
этого выпуска. Стартовый состав на ваших экранах, и давайте приступать к матчу. Ну что, друзья, Сантьяго Бернабеу, шикарный стадион, прекрасная команда, которая принимает гостей на этом стадионе. Мадридский Реал у себя дома, собственно, принимает Реал Сосьедад. Реал Сосьедад великолепно стартанул, прям, знаете, газанул. Отличный перформанс устроили болельщики. Так вот, и центральный матч этого тура. Команда уже выходит из подтрибунного помещения. Мадридский Реал на самом деле не лучшим образом пока выступает в Ла Лиге. У них уже 3 поражения. А вот Реал Сосьедад и в Ла Лиге неплохо выступает. И прекрасно выступает в Лиге Чемпионов. Давайте ознакомимся со стартом и составом сливочных. И будем приступать к этому матчу. Тибо Куртуа играет в воротах. Расстановка 4-3-3. Менди, Варан, Рамос, Милитао. Вот такие 4 защитника. Также Савич, Казимира и Вальверде в центре поля. Очень хороший центр, кстати. Это Назар, Родриго и Реньер. 2 молодых перспективных бразильца сегодня в стартом составе. Все готово к матчу. Мадридский Реал, Реал Сосьедад. И мы, собственно, начинаем. Еще раз, друзья, скажу, что очень шикарный, очень сильный центр полузащиты. Казимира, Вальверде и Савич, Родриго. Неплохо. Вальверде. Реньер, удар хороший. Ремиро выручает. 30 номер вышел на ударную позицию. И первое спасение. Педроса. Хорош Педроса. Передача. Ойярсабаль. Ойярсабаль штрафной. Спокойно. Передача на Шерки. Райан Шерки. Вот это расстрел. Вот это да. 11-я минута матча. Нам немного повезло. А точнее Реал Сосьедаду. Педроса там перехватил мяч на фланге. Сразу же дал передачу на Ойярсабаля. Ойярсабаль посмотрел, что Шерки освободился. Дал потрясающую передачу на 11-метровую отметку. И Кости выходит вперед. Это Назар. На левом флаге бельгиец ускоряется. Это Назар. Здесь неприятный такой рикошет. Реньер. Азар. Пошла передача на ближнюю штангу. И Ремиро вступает в игру. А Льорента что? Пенальти? Давайте посмотрим. Слушайте, ну это уже слишком. Это Назар. Это Назар. Это Назар. И снова Ремиро. Ребята, он блестящий просто голкипер. Не хочу сглазить, но эмоции зашкаливают. Ремиро безумец. И у нас угловой. Родриго. Попытался там. Еще один удар. Мадридский Реал прижимает Казимира. Еще один удар. Ремиро снова достает. Торрес. Заброс на Педросу. Отличная передача на правый фланг. Родриго. Ух, как Родриго переложил с ноги на ногу. Еще потрясающая передача. Ну, здесь красоту навел именно Родриго. Бразильская связка сработала на все 100%. И у нас уже 1-1. Родриго отлично сыграл. Тут как бы без вопросов. Давайте посмотрим. Вот здесь шикарно все сделал. И отдал потрясающую передачу. Шерки. Сразу передача на Боду и удар в одно касание. Тибо Куртуа складывается. Реакция у бельгийского голкипера на высоте. Боду. Боду. Передача на левом фланге. Потащил мяч у Ойярсабаль. Капитан с мячом. Ойярсабаль. Он уже в штрафной. Вот здесь передача на Райана Шерки. Райан Шерки развернулся. Насколько слабая была передача, ребят. Я не знаю, по какой причине это произошло. Порту. Боду. Попытались вытеснить голландца. Раз передача на Боаду. Боаду выходит на ударную позицию. Тибо Куртуа на месте. И у нас замена. Мартин Эдегор выходит, друзья. Мартин Эдегор. Выкрутасов. Мартина дает передачу на Эденазар. Ускоряется бельгийца. Эденазар рвется. Эденазар. Удар на технику. Ух, как опасно было. Боевая ничья, на мой взгляд, это закономерный результат. 1-1. Ребята, у нас заключительный матч сейчас будет в этом выпуске. А Реал Сосьедад, ребята, опускается на второе место по дополнительным показателям. Это очень интересно и очень странно. Но есть шанс, что Ювентус обыграет Тоттенхэм, а мы обыграем Базель, и мы поднимемся с
все-таки на первое место. Да, Реал Сосиедад и Тоттенхэм уже выходят из группы. Но, еще раз повторюсь, первое место было бы здорово занять. Стартовый состав. На ваших экранах у нас есть небольшие изменения. Порту играет в основе, также Муньос и Рули вышли в основе. Реал Сосиедад есть шанс побороться за первую строчку. Порту. И сразу же передача пошла на Боаду. Вот здесь вот выход 1-1 может быть. Боаду, передача на Порту и на пустые ворота. Отличная комбинация, великолепная контратака. Четвертая минута матча. Порту 0-1. Как говорится, без лишних действий, без шума и пыли. Реал Сосиедад выходит вперед. Последний матч свой подопечный Хави провели на Сантьяго Бернабеу. Вот это что был за отбор? Зуфи. Базель атакует по правому флангу. В основном через правый фланг пока атакует Базель. Про штрафной. Ох, они хотели хорошо-то разыграть. Но немножко не хватило, мне кажется. И вот здесь можно на Боаду отдать передачу. Боаду, выход 1-1. Боаду. Он такие забивает, ребят. У него точность феноменальная. Я даже никуда не спешил. Нужно было сделать то, что умеет делать Майрон Боаду. 0-2. Да, он в основном забивает с контратак, но за это мы его и ценим. Но он может сыграть и в подборе хорошо, может и протащить сам мяч. В итоге снова забивает Боаду. Его пока, ребят, не остановить. Зуфи. Пошла передача в штрафную. Здесь очень опасно. Вот потрясающий на самом деле был момент у ворот Реал Сосиедада. И Базель этим моментом не воспользовался. Порту. Боаду. Ставит корпус Боаду. И можно на Мерино. Боаду сразу же там держит. Вай, то и три футболиста. Зато забивают про других. А вот здесь, например, Чукуэзи. 0-3. Вы видели, друзья, то, что Боаду собрал возле себя трех футболистов. В итоге на правом фланге, где играет Чукуэзи, была свобода действия. Нигериец делает счет 0-3. Здесь, я думаю, уже все понятно. Мотивации у Базеля никакой, но все равно нужно же как-то перед своими болельщиками. Ойарсабаль. Отличная передача. Порту. Навес на дальнюю штангу нужно замыкать. И у нас уже 0-4, ребят. Но разрываем. Просто разрываем в первом тайме. Базель на лоскуты, на швейцарские лоскуты. 0-4. Вся надежда на Ювентус. Пошел хороший перевод. Исак и голкипер нежданно-негаданно. Не только для Исака, но и для меня, если честно. Эмерсон. Мерино. Вот здесь можно отдать потрясающую передачу. Хорошо разыграли. И какой спасивнее. Омлин выручает. Можно было шведу делать счет 0-5. Да, не самая удобная позиция. Но все-таки реакция у голкипера потрясающая в этом эпизоде. Порту. Подача в штрафную. У нас угловой. Мерино. Еще один момент. Плей-офф Лиги Чемпионов. Посмотрим, с какого места. 0-4. Более чем уверенная победа. Результат был сделан еще в первом тайме. Ну что, друзья, подходит к завершению очередной выпуск. Ювентус красавцы. Напоследок, как говорится, хлопнули дверью, обыграли Тоттенхэм. Заняли третье место, выходят в Лигу Европы. У них большие шансы, на мой взгляд, выиграть этот трофей. Реал Сосиедад занимает первое место. У нас 4 победы, 2 ничейных результата и ни одного поражения. 11 мячей забито, 2 мяча пропустили подопечные Хави. Так вот, ребят, выпуск завершается на такой шикарной ноте. Не забывайте, друзья, подписываться, обязательно комментируйте, поддержите видос лайком. С вами был Гамбит. Всем удачи, друзья. Пока-пока.